Страйкбольный электропневматический пистолет Desert Eagle от производителя из Китая компании ЦИМА. В комплекте есть инструкция, она на русском языке, сам пистолет, один магазин, пластиковый шомпол, лоудер для зарядки магазина шарами, небольшое количество шаров, аккумулятор и зарядное устройство для этого аккумулятора. Материалы изготовления. Рамка пистолета выполнена из пластика, имитация затвора выполнена из алюминиевого сплава. Штатные прицельные приспособления – это мушка и целик. В нижней части рамки есть рис-планка для установки всякого дополнительного оборудования. Сюда можно поставить, например, фонарик, ЛЦУ или, например, даже рукоятку, если она вам нужна. Органы управления – это спусковой крючок, переключатель режимов огня, одиночка или очередь. Да, у этого Desert Eagle есть очередь. Клавиша отмыкания магазина. Имитация курка. Здесь он нужен для того, чтобы фиксировать затвор. И имитация сброса затвора с задержки. Здесь он не функционален и выполняет только декоративную функцию. Кстати, с правой стороны переключатель режимов огня тоже не функционален и выполняет только декоративную функцию. Так как этот пистолет электропневматический, внутри есть поршневая группа и электромотор, а питается все это дело вот от этого аккумулятора. Поэтому, чтобы начать стрелять, необходимо зарядить магазин шарами, установить в пистолет аккумулятор. Делается это следующим образом. Нажимаем на курок и снимаем затвор. Далее берем аккумулятор и вставляем в пазы. Чтобы достать аккумулятор, не нужно его пытаться доставать пальцами и отламывать контактную группу. Нужно просто нажать вот на эту клавишу, и аккумулятор выскочит. Еще раз. Устанавливается аккумулятор вот так, извлекается с помощью вот этой клавиши. А чтобы вам было понятнее, какой стороной вставлять аккумулятор, здесь есть поясняющая стрелочка. Для того, чтобы закручивать шары, чтобы шары летели дальше, у этого пистолета есть хоп-ап. Хоп-ап регулируется с помощью вот этого колеса. Итого, чтобы начать стрелять, необходимо зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, зарядить аккумулятор, установить аккумулятор в пистолет, прицелиться и можно стрелять.